Я могу привести пример. В прошлом году мы построили таким же образом бульвар Воскресенского, этот сквер. И с инициативой к нам вышел завод «Купол», руководитель Фанил Газизович Зидинов. Значит, мы подписали соглашение о совместной работе в этом направлении и определили, что, значит, 50 на 50 обустраиваем этот объект. Я думаю, что вот здесь механизм будет похожий. Сейчас мы при верстке бюджета следующего года опять будем закладывать определенную сумму на обустройство сквера в городе. Соответственно, здесь я думаю, что этот объект будет таким образом обустроен, сделан, и в течение, как только начнется, ну, в летний период, мы начнем эти работы. Поэтому подготовительную работу уже надо вести сейчас, то есть вместе с университетом, смотреть, что будет делать университет, что будем делать мы, и в конечном счете появится еще одно хорошее место в городе Ижевске.